Всем привет! Сегодня готовлю зельц. Рецепт простейший, получается очень вкусно и никакой колбасы не нужно. Для начала берем две рульки. Для удобства я разрубила их на две части и укладываем в кастрюлю. Заливаю холодной водой и оставляю постоять на час-полтора. Спустя час сливаем воду и заливаем свежую. Далее добавляем одну луковицу, 2-3 лавровых листика, несколько горошин черного и душистого перца и соль. Накрываем крышкой и варим на минимальном огне 3,5-4 часа. Мясо у меня сварилось, я его достала, сейчас дам ему полностью остыть и разделаю на кусочки. Сильно мелкие кусочки я не делаю. Далее к мясу выдавливаем чеснок. Добавляем пару половников бульона и перемешиваем. Берем пластиковую бутылку и отрезаем у нее горлышко. Еще я обрезала вот такую квадратную коробку от кефира. Бутылку заполняем мясом. Периодически уплотняем. Сверху добавляю еще немного бульона. Накрываем пищевой пленкой и убираем на 6-8 часов в холодильник. Я обычно это делаю на ночь. У меня прошла ночь, посмотрите, все хорошо застыло, и теперь освобождаем от бутылки. Зельц получается очень вкусный, прекрасно подходит для бутербродов. Можно даже нарезать на тонкие ломтики, он хорошо держит форму. Всем рекомендую попробовать, это очень вкусно, гораздо вкуснее колбасы. Пробуйте, готовьте, это легко и очень-очень вкусно. И уверена, что и вам, и вашей семье такой рецепт обязательно понравится, и вы отложите его у себя в копилочку. Ну все, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, заглядывайте на мой второй канал «Быстрая кухня», где я готовлю быстрые и простые рецепты. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!